Ну, всем здорово, дорогие друзья. Продолжаем проходить код Вероника. Вот, и у нас здесь полная жопа. Вот, полная жопа. Патронов у нас нет. Остался гранатомет с кислотными патронами, который тратить нежелательно вообще. Но делать нечего, будем с ним ходить. Ну, стараться, не знаю, не пользоваться. Так, на крайний случай. Вот. Так что так. И полно у нас здесь охотников, короче, свиперов всяких, чтобы их разнесло, как беременную корову, не знаю. Вот. Так, и мы взяли вот такой вот кубик. Его не просматривали. Здесь на кубике, смотрите, нарисованы разные символы. Две буквы А, пики, черви, король и биохазард. Вот, инструмент для скрепления документов. Не могу понять значение знаков на крышке и дне, но этот предмет относится к Umbrella Corporation, короче. Вот, как-то так. Я думаю, наверное, мы это все сейчас выложим. Все это сбросим, потому что, ну, я не знаю, куда это применять пока что. Вот. Это все мы скинем. Так, оставим аптечку синюю, чтобы, если нас траванут, использовать ее. Не знаю, может взять еще на всякий случай аптеку. Блин, у нас вообще аптечек-то просто мало. Ладно, не будем. Окей, ладно, давайте посмотрим, мотыльки-то есть или нет. Вот. Первый раз, когда мы прошли, вроде их не было здесь. Так, смотри, здесь у нас кукон, я не помню, кукон-то был, не было. Это похоже на гнездо, довольно большое. Я не думаю, что гнездо можно перетащить. Убийца может оказаться монстр. Блин. Вот это... Оба, она... Смотри, кто-то на меня там прыгнул. Это херотень. Видали? Типа чужого какая-то херня на меня там выпрыгнула. Так, убийца может оказаться монстр. Блин, там зомби теперь. Ну, зомби... Это ладно. Блин, наткнулся на него. Ну, пошел нахер. Так, ладно. Ладно. Это посадки синей травы, сейчас это не нужно. Окей. Плотно запечатано. Да ладно. Да ладно. Плотно запечатано. Я чё, зря сюда прибежал? Оп. Так, погоди. Убийца может оказаться монстр. Так, да, ни хера себе! Ты это видел? Видал? Отвали! А как... Пошла в жопу. Я отравлен. Хера они плюются какой херней. Нафиг. Нафиг, блин. Вот это да. Что-то новенькое. Так, ладно. Ну давайте теперь по порядочку. Здесь у нас казармы, по-моему, да? Ну, сейчас куча зомби, наверное, будет. А, кровать. Может, это комната рабочих. Ладно, да. Хотя, смотри, мы... когда за Клэр играли, здесь очистили вроде, да? Эти комнаты, по идее, зомбарей не должно быть. О! Во! Вот эту штуку лучше потратим, чем чем кислотные. Кислотные, они считаются самые, по-моему, одни из самых мощных, ну, как бы, на мой взгляд, полный беспорядок. Есть, по-моему, еще зажигательные какие-то, но я не помню, они... Хороший, ну как бы, мощный или нет. Мощный, по-моему, только...
Так, дневник рабочих. Дневник рабочих. Так, октябрь 30-й. Когда я вступил в Umbrella Industries, я думал, что спокойно и беззаботно проживу всю жизнь с хорошей работой в большой компании. Это шутка, что закончу водителем в этом месте. Я просил о смене места, но они меня проигнорировали. Это похоже на тюрьму. Работа очень трудная, и тут нет ничего смешного. Лучше умер. Лучше умереть, короче. Ноябрь 3. Мои кровью заработанные... Чего? Типа мои кровно заработанные, типа деньги, что ли, или что? Прервался внезапно. А, что-то я не понял. Заработанный отчет прервался внезапно, что ли? Я слышал, у них не хватает людей из-за ошибка главы завода Альфреда. Этот не заслуживает прощения. Он обращается с нами как с животными. Короче, я, моя, твое и убийство. Короче, перевод здесь такой. А, ноябрь 5. Я слышал приинтереснейшую от парня, работающего здесь уже 8 лет. Типа новость. У него чертовское терпение. Он сказал, что есть человек, живущий здесь уже 10 лет. Он заперт в клетке внизу под землей. Люди зовут его Носферату. И до смерти боятся его. Какой-то абсурд. Короче, Носферату это короче, отец этих, Алексей и Альфреда, Александр, он это, ну, с которым мы уже сражались. Вот, его называют Носферату, типа. А, ноябрь 10. В полночь я проснулся от зловещего рычания, исходящего из-под земли. Не могу поверить, что меня напугала эта глупая история. Вот опять, да, кто угодно будет бояться за свой рассудок, находясь в таком месте. Короче, про Александра здесь написано. Так, бесполезные книги. Видимо, вот этот документ, он еще лежал со времен Клэр, когда мы здесь бегали. Вот, просто мы его пропустили, походу. Так, ничего в ящике нет. Бесполезные книги. Короче, здесь ни черта нет. Окей. Ну, только документик и гранаты взяли. Ну, гранаты неплохо. Неплохо. В принципе, можно будет, если что, отправиться. Ну, даже не если что, а нам... Вот я так полагаю, нам все-таки надо направляться в этот... где свипер бегает. Туда. Потому что больше ходов я пока не вижу. Здесь одна дверь заблокирована, где конвейер. Вот. Нам нужно найти ключ крана, я так полагаю, да? Блин, а эти штуки опять они здесь. Они опять работают. Они постоянно будут здесь работать или как? Или кто? Так, хоть не попались, отлично. Одной ловушки меньше. Так, давайте сейчас, там будет соседняя дверь. Давайте в эту соседнюю дверь, короче, сейчас пробежим. Вот, сразу, чтобы с свипером не сражаться. Там какая-то вода, да, походу? Они там по воде катятся. Ну, я надеюсь, что он там один, короче. Так, смотри. Вот, травушка. Зомби. Да не один их, там двое. Мы с Тамарой ходим парой, да? Давай сюда зайдем. Денджер. Вольтаж. Короче, какой-то... Вольтаж. Что-то с энергией связано. Отлично, патроны для пистолета. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Разработчики над нами сжалились, короче, сказали. Ну, ладно. Хер с тобой. Возьми ты патрончики. Возьми. Коль тебе это радость даст. О, смотри, здесь машинка с охранкой, короче. Окей. Мы синюю траву взяли? А, это синяя трава. Понятно.
Понятно, это синяя трава. Так, смотри, здесь вентиль. Это прибор, соединяющий питание. Слота нет. Какого-то слота нет. На этом, на этаже есть коммутатор. Окей. Окей. Так, а здесь какая? Восьмиугольная? Этот прибор, соединяющий питание. Дырка в виде восьмиугольника. О, отлично. Дырка в виде восьмиугольника. Так. Это мы комбинируем, сбрасываем. Дырка в виде восьмиугольника. Так, я не знаю, синюю траву чё? Сбросить пока. Пускай, да. Пускай. Так, видимо, мы сейчас, короче, подадим энергию, наверное, да? Хотя, в прошлой серии видели же, да, этот, как он, генератор, он работал. Видать, не во всей базе работал. Так, этот нам еще пригодится, получается, раз нас отдали его обратно. Так, надо рычаг дернуть. Отлично, да будет свет. О, смотри, сколько травы. Пипец, да, такое различие просто. Со светом и без света. Нужно сделать еще две нейтрализующие яд аптечки. Комбинируем. Отлично. Сейчас вторую. О, смотри, патроны для дробовика даже. Не могу, чё там не могу? Фига-то. Дробовика, патроны возьми. Не могу, блин. Так, комбинировать, окей. Отлично. Это все скомбинировали. Так, что я думаю? Раз мы набрали патронов, давайте вот это все скинем. Пушку... Блин, я не знаю. Давай. Скидываем. Пофиг. Пофиг. Там уже видно будет. Там уже будем смотреть, глядеть. Так, еще одна аптечка. Отлично. Их поубираем. Одну оставим и две уберем. Вот как-то так. Так. Так, 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 сказал бедняк. Чем мы сохраняться не будем, да, наверное? Пойдем. Все, на столе больше ничего нет, здесь ни черта, все. Мы уходим. Уходим из этой комнаты. Идем дальше. Ну, теперь, в принципе, можно с пистолетом справиться. Так, 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 стоп, стоп. Видали. Сколько их там, блин. Блин, я вышел, сейчас у них, наверное, жизни-то восстановились. Охереть, сколько их там. Блин, надо было ружье брать, да? Сразу толпу. Блин, не экономно, вообще не экономно. Йокала мене. Пипец, смотри, сколько. Бригада уф. Да ладно, ты в одного выстрелил. Ты чё, дебил, что ли? Я думал, ты сейчас... Какая жесть, а? Пошли вон, мальчики. Да отвали ты нахер от меня. Дебил. Там, смотри, трава еще. Опасно, ё... тело. О, еще! Нет! Сколько их там? Охренеть! Охренеть! Блин! Что делать? Да пошли вы в жопу-то все, а? Падлы, твари, а!
Охренеть! А, этим давно не пользовались. Охренеть! Просто. Столько вообще в одной комнате. Офигеть. Так, патроны. Их, видимо, короче, загнали, да, наверное, людей туда. В этот коридор, короче. Когда произошла инфекция. Так, смотри. Комната, смотри, похоже, да, как из первой части, помните, да? Красивый пейзаж. Треснутый. Окей. Это, короче, сейчас у меня красивая картина. Так. Там что-то есть на этой картине. Ой, на этой статуе. Женщина, рисуя воду. А вот эту головку, по-моему, я что-то помню. Надо на трещину передвинуть. Ну, вообще просто четко, да, сделано, прям как вот в первой части особняк. Такая же, вот это то же самое было. Взять карту. А, это карта. Это карта в лаборатории. Ну, в принципе, можно было и не мозг не колупать. Так, картина пухлой женщины. Ящик, кстати, смотрите, выделяется вообще, да, так? Окей. Так, лаборатория. Это защитный костюм. Короче, это лаборатория. Окей, смотри. Взять. Левый, правый. Камень синий взял. Так, это работает на электричестве. Окей, смотри, что-то есть. Слот. Изваяние тигра. Камень отсутствует. Положить камень. Положил камень. Так, смотри, мы взяли что-то к просмотру. Слот. Это переходник, короче, переходник. Имеет восьмиугольное дупло. Я херею просто с периода. Восьмиугольное дупло, короче, переходник. Можно спустить воду. Так, смотри, можно еще правый взять. Оп! Оп, пули для магнума. Оп! Значит, где-то магнум должен быть. Положить камень назад. Все здорово. Так. Смотри, пули для магнума. Ништяк, значит, где-то магнум надо найти. Магнум картридж. А, тут мощные пули для магнума. Мощные пули. Отлично. Так. Одна комната здесь. Ну, давай. Заглянь. Конечно, коридор меня добил просто. Хера их там. Так. Слышишь? Коломонеты, смотри. Смотри, сколько там жуков. Так, возьми крыло. Что за крыло? Крыло, кстати, помните, да, мы стрекозу там крылья обделили. Похоже, оказались крылья дракона. Да, это похоже часть чего-то. Помните, да? Вначале мы с этим брали. Так, окей. Эти штуки, блин, смотри, они кусаются.
О, травка. Травка. Так, а тут... Да блин. Они так захерачат. Кровище. А, здесь что-то произошло. Таракашки так захерачат. Просто будет обидно. Так, смотри. Какая-то дверь. Ну давай сюда зайдем. Раз уже здесь. Извините, фляюсь. Ну давай, ты уже не томи, ну. Смотри, какой-то экран. Отчет о вирусе. Продолжаю работу над Т-Вероника, который я вывел из королевы. Чем больше я работаю с ним, тем больше убеждаюсь в его великом потенциале. Я имплантировала вирус в свое тело и знаю, как использовать его силу. Я не сделаю ошибки, как с моим, что ли. Я подавлю активность вируса. Очень низкой температурой мои клетки будут изменяться. А, как с моим отцом. Мои подсчеты выявили, что пройдет 15 лет, прежде чем выработается иммунитет, и мое тело примет вирус. Нихера. А пока мне придется довериться капсуле и неумелому, но преданному муравью-брату. Муравью. Чтобы приобрести мощь. Короче, приобрести мощь надо рискнуть. Когда я проснусь, я стану королевой, и ты, Вероника, будет распространен во всем мире, и моими детьми, как существо будет жить только для меня. К этому времени мир примет совершенную экосистему, как муравейник, но гораздо больших размеров, Алексия Ашвард. Вот так вот. Вот такие у нее планы. Это Алексей. Безумный. Как, в принципе, как и у каждого антагониста. Антигероя. У них у всех крыша не там едет. Не в ту сторону едет, куда надо. Так. А, что-то написано. Близнецы, Алексия и я, две стороны одной монеты. Монеты, наверное. Оформлено от имени Алексии. О, смотри. Это, наверное, пароль, да? Этого. С кубиком что-то здесь надо делать. Кнопка с рисунком. Нажать на кнопку. А, даже так. Погоди. Черви, пики. Ай, король. Черви, пики, ай, король. Черви, пики, а, и король. Нет ответа. Короче, понятно, надо, наверное, кубик нести сюда. А тут ничего не происходит, да? Ну ладно. Короче, возьмем кубик и посмотрим. Вернемся сюда потом. С кубиком. Вот, пока. Пока не будем, пока исследуем, короче, базу. Так, отвалили. Букашки, тракашки, они не травят случайно? Нет, все нормально. Отлично. Это... А, это зомби. Я думал, там этот... Твою мать. Опять их здесь целая куча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убил? 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 Убил. Просто лепят этих зомбарей, знаете, в такие комнаты маленькие. И, блин, целыми кучами. Не развернуться, ни хрена не сделать. Опять синяя трава.
Ну нормально, нормально. Синяя трава тоже хорошо. Вот хоть аптечек понабирали. Патрончиков бы еще побольше. Было бы шикарно. Вообще просто шикарно было. Так, старая керосиновая лампа. Осталось немного керосина. Осталось немного керосина, нам зажечь-то нечем, да? А с ней зажигалки ни хера нет. Так. Что-то лежит, что ли? Или что-то? Или кусок зомби отлетел? Отчет королева. Окей, после открытия древнего вируса в генах королевы я сосредоточился на исследовании муравьев. Экосистема муравьев мне... что-то там идеальный... Кажется идеальной. Одна королева на каждый муравейник. Солдаты и рабочие, рабы королевы. Они посвятили своей жизни королеве. Смерть королевы означает смерть всего муравейника. Но рабочих и солдат не так легко переманить, пока королева жива. Это те же самые отношения, что и между мной, другие невежественные... Что-то там. Я создала идеальный вирус с соединением генов королевы, материнским вирусом Спенсера. Я использовала моего отца как подопытный объект и, как и ожидала, вирус быстро изменил состав клеток и завершил разрушение мозговых клеток и его плоти. Кроме того, специальный вид газа вырабатывается в его теле. Против него нет неэффективна синяя трава, против него неэффективна синяя трава. А Клэр-то была отравлена? Клэр была отравлена к концу битвы с Носферату. Из-за этого я создала противоядие и оставила его на этаже Б2, химоружейный склад. Понятно, надо будет, короче, все-таки искать противоядие для Клэр. Она же отравлена. Я решила назвать этот замечательный вирус Т-Вероника. Вирус, когда я выясню, как я могу использовать его, мои супер-исследования завершатся. Алексей Ашур. Короче, вот такая вот она. Вот такая вот она поехавшая. Вот. А Альберт, короче, прибыл выкрасть этот вирус. Окей, смотри, портрет красивой женщины. Хозяйка семьи Ашвард, Вероника. Так. Этот чувак, смотри, лежит. Он встанет. 100%. Блин, керосин. Вот этот гопота там поджидал мне. Так, ружье. Нахер. Так, смотри, этот теперь ползет сюда. Да ладно, ты еще живой? Хера? Вот сюда бы ножичек, знаешь, да? Я бы его сейчас почикал ножичком. Из одного зомбаря ножичек таскать. Блин, почему все так быстро кончается? Трэш. Терминал соединен с суперкомпьютером. Суперкомпьютер! Можно мне такой суперкомпьютер? Я начну стримы херачить. Королева мертва. Муравейник погиб. Патрончики для пистолета. Я только сюда с патронами для пистолета пришел. В эту комнату, блин. О, смотри, что-то есть еще. Еще патроны. В принципе, если бы был свет, может, что-то здесь интересное все-таки и лежит. Короче, жестяк. Ну что, здесь, в принципе, больше делать нечего, да? Здесь все, да? Ничего не двигается, нет, мы двигать ничего не можем. Куда он все смотрит? Он на зомбарей смотрит или еще? Что, зомби ни разу не видел, что ли? Так. Возвращаться обратно надо.
Блин, сейчас куча зомби. Надо как-то, я не знаю, их, блин, убивать или опять пробегать и тратить жизни. Полная жопа. Так, сейчас там по плану, что нам по плану сейчас? Кубик? За кубиком? А, нет, смотри. У нас же еще одна дверь. Окей. А, закрыто. Символ биоопасности около скважины. Понятно. Ключа у нас нет. Я понял. Сюда еще рано. Так, у нас еще улица, где свипер бегает. И... Ой-о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 й
Так, у нас есть переходник. Магнум, ну давайте патроны мы выкладываем. Это мы выкладываем, потому что пока неизвестно, куда это чё. Вот, это мы тоже выложим. Так, вот это. Комбинируем. Отлично. Отлично. Ручка, клапан, имеет квадратный выступ. Отлично, теперь мы можем спустить воду. Вот. Спустить воду. Так, кубик. Кубик. Кубик, Рубик. Я думаю, нет. Давайте, наверное, сначала спустим воду. Да, сначала спустим воду, а потом пойдем с кубиком химичить. Но для начала сохранимся, вот, и делать это будем уже в следующей серии, потому что уже серия подходит к концу. Вот так вот побегали, в принципе, нормально. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, обязательно комментируем, не забываем об этом. И с вами был Валерий. Всем пока.